Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Кристина Яницкая, я представляю Совет по туризму в колонии и хочу сегодня вам рассказать про год культурного туризма, который отмечается в колонии в 2018 году. Было решено продлить на 2019 год. До начала вебинара хотел бы попросить написать, хорошо ли меня слышно или нужно что сделать, откорректировать как-то звук. Отлично, я рада, что да, со звуком все в порядке. Перед началом вебинара хочу поставить наш новый видеоролик, который в этом году уже завоевал несколько международных премий среди туристических роликов. Он как раз посвящен году культурного туризма и как раз хорошо начнет нашу презентацию, поднимет настроение, сегодня немножко хмурое утро в Москве. Но в Каталонии настроение хорошее, вчера был национальный праздник в Каталонии, поэтому надеюсь, что это праздничное настроение передастся и вам, и прекрасная музыка, которая написана к этому видеоролику, тоже бодрит всех нас сегодня. Param para param para param para da da di da param para para la ra para ra la param pam param. A welcome home. A welcome home. Please come in. Please come. We'll turn your sorrows into smoke. My home will always be your home, if it can. Be someone's.
Еще раз добрый день тем, кто подключился чуть позже, чем 12 часов. Сейчас после такого ролика, я думаю, мне бы проще рассказывать про Каталонию, потому что самые главные достопримечательности вы уже видели вместе с героями этого романтического ролика музыкального. И я думаю, мне правда не получится так красиво спеть, как у этого австралийского певца. Но постараюсь рассказать все в словах. Мы, как я уже сказала, мы 2018-2019 год решили посвятить году культурного туризма, тем более, что это было не только каталонское решение, Всемирная туристская организация решила посвятить этой теме сохранению культурного наследия мировой год, туристический год. Каталония обладает большим богатством культурным и историческим. История Каталонии насчитывает много веков. Первые поселения на территории Каталонии греческие датируются VI веком до нашей эры, но еще до этого времени ту часть Пиренейского полуострова, северо-восточную часть Пиренейского полуострова населяли местные племена иберов, лаэтанцев и многих-многих других местных племен, которые тоже оставили свой след в истории Каталонии. Вообще 37 объектов архитектурных являются охраняемым наследием, входит в список наследия ЮНЕСКО, и сейчас презентацию как раз начну именно с этих объектов, потому что ЮНЕСКО это гарантия качества, гарантия на самом деле интересных для посещения объектов, хотя на самом деле, уверяю вас, их значительно больше, чем эти 37. Ну, как я говорила, давайте начнем по историческому маршруту и начнем с первых поселенцев территории, которая сейчас относится к Каталонии. Наскальная живопись и долмены очень хорошо представлена в Каталонии. Более 60 памятников наскальной живописи входят в наследие ЮНЕСКО, и все их можно посмотреть в разных регионах Каталонии. Причем многие посещения будут не просто такими достаточно примитивными, а сейчас используют современные технологии, которые позволяют воссоздать реальность того времени, что, конечно, очень сложно сделать современному человеку, но, тем не менее, технологии нам в этом помогают. Поэтому не бойтесь углубляться либо в Пиренейские горы, либо в дельту реки Эбра, ну и даже на Коста Брави, на очень населенной туристической, вы везде можете встретить и долмены, и наскальную живопись. Это потрясает тем вековыми ощущениями, которые ты испытываешь, когда видишь то, что создавали наши давние-давние предки. Ну, передвигаясь дальше в историю, мы переносимся в древнегреческие времена, и прекрасный климат и прекрасное побережье Каталонии облюбовали еще древние греки, основав здесь на каталонском побережье Коста-Браво два крупных города. Один из них называется Ампурес, сейчас рядом построен очень крупный и очень интересный, на самом деле, курорт Ампурия-Браво, такого рода каталонская Венеция. Ну, а вот родоначальниками этой каталонской Венеции, которую мы знаем сейчас, были древние греки. И также город Розос, известный как направление семейного туризма, а также прославленный знаменитым шеф-поваром Феррано Модриа, который создал молекулярную кухню, он был основан выходцами с острова Родос. Именно поэтому этот город получил название Розос, а вовсе не из-за того, что здесь произрастало большое количество роз, но сейчас, конечно, все улицы города украшены этими цветами. Если вам интересно погрузиться в римскую культуру, то в Каталонии городов, которые были основаны древними римлянами, очень много. Но самым главным среди них является, конечно, Тарагона. Тарагона полностью как город признан наследием ЮНЕСКО, потому что здесь огромное количество памятников сохранилось с времен
Простите, плохо слышно меня. Сейчас я прервусь тогда, секунду. А сейчас получше слышно? А, хорошо, отлично. Да, просто микрофон тихо стоял. В Тарагоне огромное количество памятников осталось с древнеримских времен. Ну, на экране вы видите амфитеатр, построенный уже за пределами римского города, очень густонаселенного. 40 тысяч жителей было в третьем веке, он был основан в третьем веке до нашей эры, и к первому веку его населяло 40 тысяч жителей. Это был очень крупный город на Средиземноморье. Это была столица владений Испании, древнеримских владений на Пиренейском полуострове, Испания Сетерьор, большую часть, была вторая еще часть, но большую часть как раз контролировали и с Тарагоном, и даже небольшой период времени Тараку, а так именно тогда назывался этот город, был столицей всей Римской империи, потому что император Август переехал в Тарагону подлечиться и воспользоваться прекрасным климатом, благоприятными условиями. Помимо того амфитеатра, который вы видите на экране, в городе сохранилось, очень хорошо сохранился цирк, где проходили состязания на колесницах, сохранился некрополь, сохранился акведук, сохранились виллы, принадлежавшие древним римлянам, богатым римлянам. Ну и вообще вся структура города была заложена еще в древнеримские времена. Именно поэтому ежегодно в Каталонии и в городе Тарагоне отдают дань древнеримскому прошлому, и в Тарагоне празднуется не ожившая Тараку. Это в мае месяце жители города или любители исторической реконструкции из других стран приезжают сюда, и в зависимости от сценария, который разрабатывается специально для каждого города, переодеваются в легионеров, в гладиаторов, патрициев. Каждый выполняет свою функцию, играет свою роль и на улицах, и в закрытых помещениях, которые в этот момент открываются для посетителей. Готовится в ресторанах традиционная римская кухня, базары с традиционными римскими продуктами. В общем, можно перенестись на 2000 лет назад, побывав в Тарагоне в мае месяце. Ну, а в принципе, даже не дожидаясь мая, мы сейчас все-таки ожидаем начала зимнего сезона, осеннего сезона или весеннего. Чтобы не ждать этого праздника, можно всегда заказать тематическую экскурсию, костюмированную экскурсию по городу, которые предлагают местные компании или компании, опять же, которые предлагают экскурсии с виртуальной реальностью, когда останки древнеримских сооружений вы можете увидеть во всей красе и так, как они выглядели 2000 лет назад. Но кроме Тарагоны, древними римлянами было основано огромное количество городов в Каталонии, как я уже сказала, конечно, сама Барселона. Правда, в то время, в первом веке до нашей эры, она была совсем маленьким городком, всего лишь крепостью на дороге Виа Августа. И Жирона, и Бесалу, и многие-многие, Гессона, а очень многие города были основаны древними римлянами и имеют древнеримское наследие. Ну, переносимся дальше по истории. Каталония и история самой Каталонии, государственности Каталонии, и берет начало в IX веке. При графе Вильфреде Волосатом появился каталонский флаг, который сейчас считается старейшим действующим флагом Европы. Наверное, вы его видели, особенно в последние годы, когда активно показывают Каталонию, и в том числе в новостях. Это на желтом фоне четыре красные полосы, которые, по легенде, процарапали окровавленные после ранения в бою с сарацинами рукой как раз Вильфреда Волосатого. Ну вот, поэтому перенесемся в период Средневековья. И, конечно, романская архитектура – это то, чем может похвастаться Каталония. Здесь более 2000 сооружений в этом стиле. В наследие ЮНЕСКО входит долина Буи, это провинция Лерида, находится в 2,5 часах езды от Барселоны, но вы не пожалеете. Во-первых, прогулка на автомобиле очень комфортная по удобным трассам Каталонии.
Ну, а во-вторых, то, что вы увидите, это 8 романских церквей, которые находятся посреди прекрасных горных пейзажей, захватывают дух. Но дополнить эту экскурсию можно посетить, можно посещением Музея национального искусства Каталонии, который считается по праву владельцем самой большой коллекции романского искусства в Европе. Кроме этого, из таких самых, может быть, посещаемых церквей романского периода является монастырь Сан-Педро-де-Родос, откуда берет начало Средиземноморского пути Святого Якова, это на самом краю, на самом севере Коста Браво, ну и много-много других интересных монастырей, которые сохранились в Каталонии в прекрасном состоянии. Ну, говоря про монастыри, конечно, нужно упомянуть про королевскую усыпальницу, монастырь Поблет. Простите, я смотрю, тут небольшая описка. В презентации Поблет, наверное, это был автокорректор, который поменял. Находится он совсем недалеко от Тарагоны и от побережья Коста-Дурады. Экскурсия, которую даже люди, далекие от религии, с удовольствием пройдут, потому что монастырь является крупнейшим в Испании. Этот цистерцианский монастырь до сих пор действующий. Цистерцианцы – это одна из разновидностей монашеского ордена бенедиктинцев, очень большой и известный монашеский орден, который чей девиз был «Ora et labora» – «Работай и молись». Ну и вот цистерцианские монастыри составляют особую подкасту, особый вид монастырей бенедиктинских. Их три находятся на территории Каталонии. Можно объехать все три, при этом сделать это можно как верхом на лошади, так на велосипеде, ну или небольшие прогулки можно сделать это и пешком. Благо расстояния в Каталонии не такие уж большие. Вся площадь Каталонии равна площади Бельгии, поэтому чуть больше, чем Бельгия. Но, в принципе, для нас, жителей огромной страны, это совсем, совсем близко. Этот монастырь является королевской усыпальницей каталоно-арагонских королей, поэтому здесь еще очень много исторических объектов, которые можно увидеть. Ну и если дальше идти по времени, уже перенестись в XIX век, период каталонского ренессанса, вторая половина XIX, начало XX века, это, конечно, самый, наверное, популярный, самый красивый, самый яркий, жизнерадостный архитектурный стиль, который есть в Каталонии. Это модернизм. Барселона является европейской столицей модернизма, хотя этот стиль, вы знаете, был типичен для, характерен для многих стран Европы того времени. Назывался он по-разному, но, в принципе, характеристики были похожие. Но, естественно, всегда были какие-то дополнительные национальные элементы, которые очень сильно видны в Каталонии, ну и особенно, конечно, ярким представителем этого стиля, и, может быть, выходящего за пределы стиля модернизм, был, конечно, Антони Гауди. 10 объектов архитектурных, которые находятся в Барселоне, построены как Антони Гауди, так и его коллегами по цеху, его современниками, архитекторами Лучико да Фалком и Доменико Монтальбано, входят в наследие ЮНЕСКО. На экране вы видите памятник как раз его коллеги Луиса Доменико Монтанеро. Это дворец музыки, это только вот один из элементов прекрасного дизайна этой прекрасной музыкальной площадки, которая проходит знаменитые выступают знаменитые музыканты со всего мира. Это вогнутые потолок, вогнутый витраж, который помогает еще больше улучшить акустику этого концертного зала. Кстати, посещать этот, помимо того, что прийти сюда на концерт, в этот
дворец музыки, можно прийти с экскурсией, а можно скомбинировать экскурсию с дегустацией каталонских вин или кавы, игристого вина, и прослушав небольшой концерт, если у вас нет времени прийти вечером, на большие концерты, мини-концерты в рамках экскурсии в дневное время тоже предлагаются для туристов. Ну и если мы говорим про такие нестандартные посещения знаменитых объектов архитектуры, находящихся в Барселоне, многие туристы говорят, ну, я уже в Барселоне был, все видел. На самом деле это невозможно. Я уже 18 лет работаю на туризме в Каталонии, всегда нахожусь очень много что нового. И, ну, например, вот одна из таких новинок последних 2 лет – это магические ночи, волшебные ночи, которые проводят в Каса Батльо, это знаменитый дом Антонио Гауди, который находится на главном бульваре Барселоны, Пасседжа де Грасия. Этот дом еще известен как дом с драконом. Так вот, вместо того, чтобы стандартно посетить его в дневное время, его можно посетить в ночное время и, во-первых, избавиться от дополнительных очередей и от большого скопления туристов, которые обычно бывают в этом доме, и посмотреть то, что обычно вы не видите, ну, например, спокойно расслабиться на крыше этого дома под приятную музыку. Каждый вечер программа меняется. Это джаз, каталонская румба и такая мягкая, очень приятная танцевальная музыка, потому что никто не запрещает танцевать на крыше Каса Барльо, благо все это сопровождается еще и дегустацией различных напитков. Все это на свежем воздухе с грамматическими видами на вот эту вот драконообразную крышу, которую сделал Антони Гауди. Ну и тоже не... Простите. Тоже достаточно новое предложение, которое с прошлого года предлагает еще один знаменитый дом, который находится все на той же улице в Барселоне, знаменитая Ла Педрера. Ее также можно посетить в ночное время, вот с такими замечательными голографическими изображениями, которые окрашивают и без того фантастическую крышу, которые все печные трубы, канализационные, воздуховоды замаскированы такими волшебными фигурами, кстати, которые инспирировали Лукаса на создание фильма «Звездные войны». Все это можно тоже проделать ночью, когда совершенно другие ощущения, другое настроение, и опять же нет такого большого количества посетителей, которые не дают не сделать хорошие фотографии, особенно для любителей соцсетей, это очень важно. Ну и все это опять же сопровождается всегда приятными каталонскими винами или кавой и легкими закусками. Вообще, надо сказать, что простите, посещений нестандартных очень много, и открылось огромное количество других домов, которые, может быть, и были известны, но не для узких специалистов, но сейчас мы стараемся активно продвигать их и для туристов из дальних стран, которые, на самом деле, русские туристы, чем хороши, что всегда очень любознательные и интересуются всеми новинками и, конечно, культурная составляющая в отдыхе очень важна. Ну, а тем более мы говорим про зимний сезон, когда осмотры всех достопримечательностей еще более комфортны. Климат в Каталонии удобен тем, что в зимние месяцы температура все равно около 15-20 градусов на побережье, и, соответственно, но при этом уже нету такого соблазна купаться в море, а можно как раз посвятить всего себя изучением каталонских достопримечательностей. Так вот, среди них я хотела бы вам посоветовать колонию Гуэль. Это потрясающий объект Антони Гауди,
который, это крипта Антони Гауди, которая построена была с 1907 по 1914 год. Он строил ее параллельно с Саградой Фамилией, и там же опробовал все те приемы, которые впоследствии были применены в Саграде Фамилии, но уже в большем масштабе. Очень красивый объект, при этом в нем очень, никогда не бывает большого столпотворения, а находится он всего в 15 минутах езды от Барселоны, как раз в сторону аэропорта. Туда ходят даже регулярные автобусы, соответственно, в принципе, туристы могут туда попасть самостоятельно и насладиться вот этой вот невероятной, невероятными дизайнерскими изобретениями Антони Гауди, как он вписывал все свои строения в окружающую природу и его буйство, его фантазии. Тем более, что сама крипта находится в колонии Гуэль. Это еще один интересный объект, о котором мы чуть позже будем говорить. Это пример индустриального туризма, который мы предлагаем. Это рабочий поселок, который создавали для комфорта сотрудников производства главного мецената и главного друга Антони Гауди, Эусеби Гуэля. Это целый рабочий поселок, в котором жили люди, но все дома в них, если ваши туристы туда попадут, они удивятся, насколько комфортна была жизнь обычных рабочих в конце 19 века, где квартира одной семьи составляла около 160 квадратных метров с внутренними двориками, с садами, ну и вот с такой прекрасной церковью, которая построена была Антони Гауди, со школами, театрами и ресторанами. Вот продумано было все до деталей. Из таких интересных еще объектов, которые находятся в самой Барселоне, но которые не всегда посещаются туристами, но которые мы настоятельно рекомендуем включить в обязательные посещения, это, ну, например, дом с шипами другого архитектора-модерниста Пучика да Фалка. Дом находится тоже в самом центре города, на улице Диагональ, главной артерии города. Здесь, например, предлагается романтический ужин в одной из трех башен этого нестандартной формы дома в виде средневекового замка. Ну или Каса Висенс, это первый дом Антони Гауди, который в прошлом году был открыт для посещения. Ну или совсем необычный по нашим меркам объект, больница Санта Пау, построенная Доменико Монтанером, тем же архитектором, который построил дворец музыки. Больница действующая, но тем не менее она была построена как прекрасный арт-объект и сохранилась и радует пациентов и помогает им быстрее выздороветь благодаря вот этому, этой красоте, ярким краскам и многогранности, которые есть, которые характерны для архитектуры модернизма. Ну, говоря про больницы, можно также упомянуть психическую больницу в Реусе. Как ни странно это звучит, она была тоже построена в стиле модернизма. Реус – это вообще родина Антони Гауди, поэтому там сам Бог велел строить все в этом стиле. Вот даже это место для людей, которых, казалось бы, ну, у нас старается об этом не говорить, но вот в Каталонии этот объект является интересным примером для посещения, тем более, что он на самом деле до сих пор действующий. Ну вот корпуса, которые были построены модернистом, сейчас являются отдельным музеем, куда приводят гостей показать, насколько комфортно хотели сделать жизнь для людей, страдающих тяжелыми душевными заболеваниями. Ну, раз мы уже начали говорить про гения в Каталонии, Каталонии очень повезло, несмотря на то, что территория очень маленькая, тем не менее, видимо, очень многообразный ландшафт, очень большая история, большое смешение разных народов, которые населяли Каталония, позволила родить здесь такому количеству гениев культуры. Ну, сейчас на экране все видят усы знаменитого каталонца, знаменитого на весь мир, Сальвадора Дали.
Конечно же, все знают его главный музей, музей в Фигересе, театр-музей Фигересе. Он так называется, потому что это здание бывшего театра, в котором выставлялся еще мальчиком, выставлял свои работы Сальвадор Дали, но после гражданской войны, когда музей был разрушен при бомбардировке, Сальвадор Дали решил подарок городу, основать там свой музей, не просто подарить одну картину, а подарить целый мир сюрреализма. И сам Сальвадор Дали похоронен в здании этого музея, как и хотел великий мистификатор, великий сюрреалист. Он похоронен прямо под сценой. Поэтому все здесь мистически, все здесь имеет множество значений, поэтому посещать музей можно много раз и каждый раз находить какие-то интересные детали, которые продумывал Сальвадор Дали, работая над созданием своего музея с 60-х годов 20 века и вплоть до своей смерти в 89 году. Тем более, что последние годы жизни он прожил именно в этом здании. Музей, кстати говоря, работает в том числе и в ночные часы, правда, в летние месяцы, но это тоже надо помнить и советовать туристам, потому что, опять же, избавляет от дополнительных очередей и, конечно, придает особый эффект сюрреализма для посещений. Кроме музей в Фигересе, который является вторым по посещению художественным музеем Испании, больше 1 200 000 человек ежегодно приезжает туда. Есть еще два музея, связанных с Сальвадором Дали. На экране вы видите его мастерскую Порт Легати на побережье Коста Браво. Очень интересные конструкции с дом, который он построил из рыбацких хижин, соединив их в один такой сложный лабиринт. Но самое главное достоинство, что из него открывается прекрасный вид на одну из бухт Коста-Браво. Тот вид, который он изображал на многих своих картинах, тот вид, который вдохновлял его в течение всей своей жизни. Сальвадор Дали, несмотря на свои перемещения по миру, на жизнь в Америке, на жизнь в Париже, всегда возвращался именно сюда, на самый север Коста-Браво, на самую восточную точку Пиренейского полуострова. Именно здесь он писал свои работы. И, конечно, еще один интересный музей – это замок Галы. так он назвал свою возлюбленную музу, свою супругу, которую при этом всю свою жизнь, с 25 лет, как он ее встретил, в городе Кадакес, простите. И до конца жизни все свои работы он подписывал Гала Сальвадор Дали. Также называется и фонд, который сейчас, простите, сейчас заведует работой всех трех музеев, которые входят в музейный треугольник. Вот этот замок, он находится тоже здесь же, в провинции Жирона, на севере Каталонии, поэтому за одну небольшую поездку можно изучить все, каждый из них, тем более, что каждый из них совершенно уникален и обладает всеми теми знаменитыми символами, которые оставил для нас Сальвадор Дали. Ну и если мы говорим про гениев, то, конечно, нельзя не упомянуть Пабло Пикассо, хотя он сам родом не из Каталонии, он родился в Малаге. Тем не менее, единственный открытый при жизни музей художника был открыт в Барселоне, там, где он начал свое становление как художника, где он учился, где прошли первые его периоды творческие. Этот музей находится в центре города, в районе Борн. Огромная коллекция его работ, не только живопись, не только рисунков, но и керамики, которые особенно серьезно себя посвятил Пабло Пикассо в последние годы жизни. Но на самом деле не только этот музей связан с жизнью Пабло Пикассо. Есть еще несколько мест, которые советовала бы вашим туристам, интересующимся творчеством художника,
посетить в Каталонии, связанных с Пабло Пикассо. Ну, например, знаменитый ресторан «Четыре кошки», в котором собирались вся творческая богема Каталонии конца 19-го, начала 20 века, афиши для которых нарисовал Пабло Пикассо, она до сих пор там выставлена на входе. Ну, а фильм прославил, это заведение прославил еще и наш современник Вуди Аллен, отсняв там важный элемент фильма «Вики Кристина Барселона», место знакомства девушек Пенелопы Крус и Скарлетт Йоханссон с Хавьером Бардемом. Именно там завязывается сюжет. Ну и вот как раз один из залов Национального музея Каталонии, искусства Каталонии, посвящен этому важному месту для каталонской богемы конца 19 века. Вообще в Каталонии более 2000 музеев, они разбросаны по всей Каталонии, не только, конечно, в столице Барселоны, а во всех крупных и мелких, на самом деле, городах коллекций очень много. Ну, например, недавно я побывала в музее, который работает в городке Мотаро. Мотаро — город, хоть и основан древними римлянами, но совсем недавно стал принимать туристов, потому что в основном это был центр текстильной промышленности, известный в Каталонии. Но сейчас они открывают огромное количество объектов. И вот один из как раз объектов, связанных с индустриальным туризмом, сейчас используется как павильон для выставки частной коллекции. Очень богатого коллекционера, богатого в смысле количества работ он собирает, в том числе и русских нонконформистов, что очень приятно на территории Испании увидеть такую большую коллекцию российских художников, которые в свое время не признавало советское правительство. Продолжая музейную тему, надо сказать еще про одного каталонского художника Жуана Миро. Он проживал между Барселоной и Майоркой всю свою жизнь, и поэтому самый главный его музей основан в Барселоне, на горе Монжуик. Все, наверное, знают Жуана Миро благодаря логотипам, которые он создавал для разных мероприятий. Ну и, например, Тур Испания до сих пор пользуется логотипом, который создал каталонский художник Жуан Миро как свой бренд. Еще один современный, если уже продолжать тему музеев, то, конечно, любитель самых последних тенденций современной живописи. Есть несколько музеев и в самой Барселоне, и в других городах Каталонии. Например, фонд Антони Тапис, уже являющимся таким странным арт-объектом, или музей современного искусства в Барселоне. Но если уйти за пределы музеев, все-таки вдохновиться так же, как вдохновились художники, нужно выехать за пределы городов и вдохновляться каталонской природой, каталонскими ландшафтами. Они очень разнообразные. Ну, например, для Пабло Пикассо самым главным местом вдохновления был маленький городок, деревушка, которая называется Орто де Сан-Жуан, находящаяся в дельте реки Эбро, на самом юге Каталонии. Именно все, что я знаю, я научился в Орте, так говорил Пабло Пикассо. Для Жуана Миро это был городок недалеко от Реуса, на Коста-ду-Раде, Монт-Роч. Для Сальвадора Дали мы знаем, что это была Коста-Брава и так далее. Исаак Альбенис, знаменитый каталонский композитор, жил и работал в Пиренейских горах, в городке Кампрудон. Поэтому на самом деле, может быть, и ваши туристы смогут вдохновиться настолько, чтобы создать шедевры, наблюдая все эти разнообразные пейзажи. Что еще мы продвигаем, говоря о культурном туризме в 2018-2019 году?
мы продвигаем различные маршруты, исторические, культурные маршруты. Этому у нас посвящено несколько изданий. Советуем обязательно заходить на наши сайты по окончании презентации, ну, или на нашей страничке на сайте Profi Travel. Вы увидите как глобальный наш сайт, так и сайт русскоязычный, на котором с обоих сайтов можно скачать все каталоги в электронном виде. А у нас сейчас новый каталог, каталог, посвященный культурному туризму на русском языке, очень удобно сделан. Вот, из маршрутов, про которые стоит сказать, но на самом деле подробнее уже, я боюсь, не хватит времени. Это маршрут, например, ну, Святого Якова мы немножко затронули, самый главный паломнический путь, который проходит в Европе, ну, в мире на самом деле. Это путь к мощам Святого Якова, который находится в Сантьяго-де-Компостеле. И один из вариантов прохода этого пути есть проход через Каталонию. Проходит через несколько монастырей, через монастырь Сан-Педро-де-Родос, про который мы уже говорили на Коста-Браве, через, конечно же, Монсеррат, главную святыню Каталонии, там, где до сих пор поет старейший в мире хор мальчиков, и этот хор активно гастролирует, если вдруг он вам заходит, вашим туристам захочется еще раз его послушать, он периодически приезжает в Москву, поэтому будет возможность его послушать еще и в России. Есть маршруты, посвященные иудейской Каталонии, так как иудеи были населяли большое количество городов Каталонии. Ну, конечно, Жирона в данном случае, наверное, самый главный город с самым большим иудейским населением, где проживал, например, Бенаструк Сапорта, один из важных учителей школы каббалистики, остатки иудейского квартала Эль-Каль сейчас вот активно уже с 60-х годов активно восстанавливают для того, чтобы туристы могли увидеть, как это все было до 1492 года, когда иудеев изгнали из Испании. И также это, конечно, город Бесалу, но и многие-многие другие небольшие городки, в которых сохранились или миквы, иудейские бани, или остатки синагог. Но все это можно объединить в один интересный маршрут. Ну или путь Графские Пиренеи, которые проходит через разные замки, а в Каталонии замков очень много. Каталония была настоящим феодальным средневековым государством до объединения в Каталоно-Арагонскую корону. Ну и после эти замки местные знать сохраняются до сих пор. Многие из них сейчас превращены в отели, в парадоры, как называется испанская сеть отелей, которые находятся в исторических зданиях. Ну, или, например, есть замки, которые предлагают очень интересные квесты, в том числе и на русском языке, как, например, замки в провинции Лерида. Также есть очень интересный маршрут «Путь добрых людей» или «Катар». Это средневековая ересь, которая была запрещена римским папой в XIII веке, но, тем не менее, эти добрые люди, которые хотели вернуться к истокам христианства и были на самом деле более чистыми христианами, чем в то время проповедовалась церковью официальной, они укрывались у феодалов в каталонских Пиренеях, и этот маршрут можно совершить в том числе и в театрализованном виде, переодеваясь в традиционную одежду того времени, слушая песни трубадуров, которые как раз и произошли от Катара добрых людей, и наслаждаясь здоровой веганской пищей, потому что Катары были абсолютными вегетарианцами. Ну и много-много других интересных маршрутов, которые можно совершить, и идеи которых есть в нашем каталоге. Ну, например, маршруты индустриального туризма, что тоже
не совсем стандартно, но тем не менее интересно и познавательно, особенно если путешествуешь с детьми. Мы уже говорили про колонию Гуэль, которая находится очень близко с Барселоной, но на самом деле таких рабочих поселков в Каталонии много, просто в таком первозданном виде, как колония Гуэль, наверное, мало где сохранились, но тем не менее их можно посетить в разных местах, можно посетить соляные шахты в свое время самого богатого города региона, города Кордоны. Шахты здесь уходили вглубь на несколько тысяч метров. Сейчас, правда, не полностью все шахты открыты для посещений, но даже то, что открыто, потрясает красотой природы. И соседний замок богатых сеньоров, которые разбогатели как раз на торговле солью, и в котором сейчас находится Эль-Парадор, потрясает всех туристов. Очень интересные текстильные фабрики города Террасы и многих других городов, которые были построены архитекторами-модернистами конца XIX века. Это не просто промышленные предприятия, это на самом деле храмы, как, например, называются храмы вина, винодельни, построены, опять же, таки архитекторами-модернистами конца XIX, начала XX века. Например, знаменитый дом Кавас Кудорниум, создатель первого шампанского на территории Испании еще в XIX веке. Семья Кудорниум Равентос привезла методику шампенуаз и стала производить игристое вино методом двойной ферментации совсем рядом с Барселоной, в местечке Сан-Садур-Ниданой. Вот их винные погреба были построены архитектором Пучетуда Фалком, о котором мы уже говорили, современником Антони Гауди. Поэтому посещение, сопровождаемое приятной дегустацией различных видов кавы, так во второй половине 20 века стали называть шампанское после принятия Лиссабонского декрета о том, что каждый напиток должен называться по месту происхождения. Столица кавы Сан-Садур-Ниданой, и теперь в Испании столица игристых вин, сделанных методом шампенуаз, находится в Сан-Садур-Ниданой, всего 40 минут езды от Барселоны, недалеко от побережья просто Барселоны. Из интересных, опять же таки, немножко связанных с индустриальным туризмом объектов, даже не совсем объектов, а видов транспорта, я бы посоветовала вашим туристам обратить внимание на исторические поезда. Их несколько на территории Каталонии. Информацию о них можно получить на сайте железных дорог правительства Каталонии, Ferrocarrils de la Generalitat. На нашем сайте visitcatalonia.ru есть ссылки. Эти исторические поезда, в которых ходят, ну, например, контролеры, одеты тоже в одежду разных тех времен, к которым относится поезд, проходят по очень красивым местам. Ну, например, на фотографии вы видите озерный поезд, который проходит в провинции Лериды, который в течение нескольких часов проводит через многочисленные озера, прекрасные горные долины этого горного региона Каталонии. Ну, или очень интересные поезда на зубчатом рельсе. Их используют в нескольких местах Каталонии. Ну, например, подняться на гору Монсеррат, вместо того, чтобы ехать на автобусе или автомобиле, можно на электричке Ла Кремаера, который как раз использует зубчатый рельс, который проходит прямо по самому обрыву, и от этого получаются потрясающие фотографии, если ехать на этом поезде. Ну и плюс это, конечно, экологический вид транспорта. Именно поэтому его также используют в экологическом горнолыжном курорте Нури, который подъезд на автомобиле запрещен, туда можно добраться только тоже на таком виде поезда. Каталония прекрасно сохраняет свои традиции. Ну, одна из этих традиций, которую вы видите на экране, даже не поместилась полностью
башня, человеческий замок, так называемый кастель по-каталонски. Это имеет более 300 лет истории, зародился в местечке Вальс в провинции Тарагона и до сих пор потрясает всех зрителей красотой, единением тел, душ, строителей этого замка. Ну и, конечно, тем, как и смелостью тех людей, которые в этом участвуют. А надо сказать, что это никакие не профессиональные спортсмены, это обычные люди, которые проживают в том городке, в котором образована команда. Таких команд по всей Каталонии более 100. В них берут людей всех возрастов, всех комплекций, всех спортивных возможностей, и каждому находят свое место в этой пирамиде. И это очень хороший способ подружиться с другими людьми. Ну, сейчас это активно также Каталония предлагает для проведения тимбилдингов. И, ну, а если у вас нет такого большого количества, нет такой большой группы, которая бы хотела заняться этим, то можно просто ваших туристов отправить либо на праздник, в котором участвуют костельеры, а это практически во всех традиционных праздниках, которые проходят в Каталонии регулярно, практически каждую неделю. Следите, кстати, за этим на нашем сайте visitcatalonia.ru в разделе «Календарь событий». Либо можно зайти на тренировку. Каждая команда тренируется регулярно 3 раза в неделю. И можно посмотреть, как это делают, как и старички, и дети маленькие, которые залезают на самый верх 4-5, участвуют в этом потрясающем действии. Ну и еще одна каталонская традиция, в которой тоже можно принять участие, это танцы сардана, каталонские хороводы, которые разрастаются на глазах у зрителей с каждым новым пришедшим на площадь. Обычно это танцуется на главной площади города. И в Барселоне каждую неделю можно будет увидеть это на площади у Кафедрального собора. И в каждом маленьком городке сардана танцуют. Опять же, информация об этом есть на наших сайтах. Вообще, праздники, как я уже сказала, проходят круглогодично. Они очень колоритные. Самое главное, наверное, отличие – это то, что все участники и все главные действующие лица праздников – это сами жители города и те, кто приехал на них посмотреть. Все это делается добровольно. Здесь видно, насколько люди горят желанием делать то, что делали их предки, продолжить традиции. Ну, хотя есть некоторые праздники, которые появляются не так давно, но тем не менее потом находят отклик среди населения и уже начинают свою традицию в 20 или 21 веке. Ну, на экране вы видите, например, карнавалы, которые проходят как и в Бразилии или в других странах мира, но тем не менее есть и карнавальные шествия с каталонским акцентом. Ну, например, бросаются карамелью на площади Виланова Лажокру молодые пары, одетые в традиционные каталонские костюмы. Или зимние праздники, как тоже на экране, для всех любителей лошадей, осликов, домашней живности, которые собираются раз в год, ну, в каждом городке по очереди вокруг церкви и проходит, показывая свои кареты, свои повозки, своих лошадей, свои костюмы для верховой езды. Это очень живописно, очень красиво. Ну или очень много гастрономических праздников, которые связаны с еще одной важной частью культуры Каталонии. Это каталонская кухня, каталонские кулинарные традиции. Ну, например, традиция поедания лука кальсот, опять же таки, зародилась в этом городке, в небольшом городке Вальс, находящемся в провинции Тарагона. Это не только вкусный и полезный продукт, но еще и есть лук кальсот, всегда принято большой группой, это как у нас выехать на шашлыки, усилить связи
семейные, дружеские. Всегда это проходит очень весело, забавно. И сопровождается, конечно, каталонским вином, который пьется из традиционных сосудов Курон, что тоже не всегда получается с первого раза у иностранцев, но потом становится интересным попробовать. Так как мы начинаем уже зимний сезон, хотя вроде на улице еще пока хорошая погода и не хочется думать о снеге и Новом году, но тем не менее эти радостные события. Я хочу рассказать, как можно красиво отметить в Каталонии. Здесь, конечно, Новый год не такой важный праздник, как в России. Здесь все-таки главный праздник – это Рождество или День поклонения волхву. Но, тем не менее, Новый год тоже можно отметить весело. Ну, например, в Эль-Пуэбло Эспаньоле, в испанской деревне, на Монжуике проходят большие дискотеки в новогоднюю ночь, фейерверки. Ну, естественно, во всех ресторанах и открытых площадках, а в Каталонии, опять же, повторюсь, климат позволяет закрывать террасы круглый год. Теплая, теплая зима на побережье. Можно праздновать и искупаться даже в море. Ну, например, кстати, традиционно в Рождество в порту Барселоны проходит заплыв 25 декабря любителей любителей плавания. Вы видите на картинке одну из каталонских традиций, кагатил, это бревнышко, которое приносят в подарки детям, которые эти подарки, естественно, заблаговременно подкладывают под плед, который накрыт бревнышко, родители, а дети в течение адвента должны кормить это бревнышко, чтобы подарки были лучше, ну, естественно, хорошо вести. Это и многие другие традиции, ну, например, традиция каганеров, которые ставятся в рождественских яслях, все это можно купить на старейшем рождественском рынке, который работает в Барселоне еще с 17 века, рынок Санта-Юсия, на главной площади кафедрального собора. Он работает уже с конца ноября, так же, как и праздничные иллюминации, настроение рождественское. Ну, у нас дальше будет презентация Порт-Авентуры. И несмотря на то, что в Каталонии не скажешь, что началась зима, особенно если это на побережье, где растут пальмы, тем не менее изображение рождественских символов всегда поднимает настроение. Что еще советую сделать под Рождество, помимо того, что пройтись по рынку, купить красивые украшения, сувениры, венки, элементы для яслей, букетики, которые принесут удачу. Я советую сходить на праздничные представления. Есть несколько деревушек, которые воссоздают библейские сюжеты, вернее, новозаветные сюжеты, сюжет рождения Христа, сами жители города. Они это делают. Есть разные виды Pesebre Vivens, так они называются, живые ясли или живые вертепы, где есть движущиеся, есть те, которые застыли во времени. Но при этом они абсолютно выверены, все детали и декора самих помещений, которые открываются для посетителей, и сами костюмы, и все-все маленькие детали продуманы до мелочей. Самое главное, что там играют не профессиональные актеры, а жители этого города, которые и соседних деревушек, если нужно прийти на подмогу, которые изображают все-все моменты рождения Христа. Также есть еще рождественские театральные представления, которые тоже проходят в разных городках. Вся эта информация будет у нас, вернее, висит у нас на сайте. Вы можете ее найти в разделе «Календарь событий». Это потрясающе, это очень интересно, это необычно, потому что такого в России, к сожалению, ну, или к счастью, потому что в каждой стране должно быть своя изюминка, ты не найдешь, поэтому если ваши туристы оказались в эти предрождественские или послерождественские даты, обязательно посоветуйте посмотреть. Что еще можно сделать в Каталонии такого необычного? Ну, сейчас очень много интерактивных
экскурсий, театрализованных экскурсий. Одной из сюжетных линий задали съемки «Игры престолов», этого знаменитого сериала, который еще пока не закончился, но вот в следующем году уже, к сожалению, закончится. Вот в городе Жирона снималась, в городе Жирона и в замке Кастель де Санта Флорентино снимались разные города, которые населяют мифические персонажи этого сериала. И сейчас проходит экскурсия театрализованная, интерактивная, с задействием современной технологии. Поэтому можно посмотреть это, можно попасть на страницы книг. Вы знаете, что еще Сервантес Дон Кихоте упоминает, и не то, что упоминает, а очень большую часть сюжета проходит в Барселоне. Поэтому, на самом деле, как сюжетами книг, так и сюжетами фильмов, очень много что связано в Каталонии, и можно для любителей такого рода экскурсии здесь тоже можно найти много интересного. Ну и, конечно, сейчас начинается сентябрь месяц, начинается музыкальный сезон, все театры возвращаются после летних отдыхов и гастролей. Конечно, в Барселоне есть две главные музыкальные площадки. Об одной из них мы говорили уже как об архитектурном объекте. Это Дворец музыки. Но нельзя, конечно, не упомянуть оперный театр Лисео. Тем более, что в этом году отмечается 20-летие его восстановления после пожара. К сожалению, этот театр горел дважды, хотя он исторически он был создан еще в середине XIX века, причем, в отличие от многих театров, не на деньги короля или императора, а на деньги местной буржуазии, которая активно поддерживала все виды искусства, в том числе музыкальное искусство. Но вот самое главное, что от пожаров не пострадали внутренние помещения, самые интересные, украшенные как раз архитекторами-модернистами того времени, которые тоже можно посетить во время специальной экскурсии, которую предлагает оперный театр. Ну или если ваши туристы интересуются именно концертами, поверьте, сходить на звезд мирового уровня в Каталонии часто бывает значительно дешевле, чем это сделать у нас, учитывая такую приятную ценовую политику и возможности купить билеты со скидкой в определенные часы перед началом и так далее. Кроме того, кроме, конечно, концертов в закрытых помещениях, проходит много фестивалей. Они проходят круглогодично и в зимний, и в летний сезон. Ну, наверное, один из самых главных фестивалей осени – это джазовый фестиваль в Барселоне, который проходит на разных площадках и каждый год привозит артистов мирового уровня. Ну и, конечно, нельзя забыть про поп, рок звезд, которые включают Барселону в свое турне как один из важных городов, либо начинают даже турне с Барселоны. Поэтому следите, пожалуйста, за этим тоже в нашем календаре событий. Одна из важных традиций каталонских – это традиции рыночной торговли и рыночных покупок. Несмотря на то, что это звучит, тем не менее, мы все-таки решили отнести это именно к культуре, культурным маршрутам Каталонии. Есть стационарные рынки, которые действуют во многих городах. В Барселоне их вообще 44. При этом Ла Бокерия, рынок, который находится на улице Рамбла, пешеходной известной туристической улице, является лучшим рынком мира, по мнению специалистов. Но рынки есть и в других городах. Ну, например, город Вик, находящийся в центре Каталонии, в провинции Барселона, славится старейшим уличным рынком, который до сих пор главную площадь этого города не мостят, а оставляют покрытый песком, чтобы было удобнее рыночным торговцам выставлять свои ряды и собирать их. Очень интересные рыбные аукционы, которые проходят во всех морских приморских городках Каталонии и куда привозят свежайшие морепродукты для
продажи и немедленной поставки в магазины и в рестораны. В Каталонии свежие рыбы считается только пойманной в тот же день. Именно поэтому в понедельник в ресторанах редко подают местную рыбу, если предупреждают, что рыба заморожена или привезена откуда-то, потому что рыбаки в воскресенье не выходят в море. Ну и мы уже говорили про рождественские рынки. Интересно, еще сейчас большая мода на винтажные рынки. Они тоже есть в разных городах, но, конечно, в Барселоне славится еще с XI века знаменитый рынок Инканс, работавший на площади Глориес, где сейчас проходит большая реконструкция. Его перенесли в суперсовременное здание, которое не скажешь, что это рынок блошиный, но тем не менее это так. И какие-то антиквариат, помимо маленьких магазинчиков, можно приобрести и вот в этом суперсовременном здании. Говоря про Барселону, конечно, в рамках ни одной презентации не хватит времени. Мы уже так или иначе ссылались на различные возможности экскурсии. Надо сказать, что это тот город, где прекрасно сочетается и ее космополитизм, и современность, и одновременно ее вера в традиции и сохранение всех тех культурных слоев, которые оставили в ней с первого века до нашей эры все населявшие ее разные народы и разные эпохи, которые проходили исторически за это время. Поэтому экскурсии можно здесь придумать и предложить огромное множество, благо сейчас большой простор фантазии, и как на сайте Туризма Барселоны, так и на наших сайтах всегда можно узнать новинки и также в буклете прочитать возможности проведения каких-то новых необычных пеших маршрутов. Ну, кроме Барселоны, столицы Каталонии, в Каталонии очень много характерных городов, поэтому в Министерстве туризма Каталонии решили сертифицировать некоторые из крупных городов, которые активно пользуются спросом среди туристов. Ну, например, на экране вы видите, конечно же, известную всем картинку города Жироны. Город, основанный древними римлянами, больше всего прославился своей средневековой архитектурой. Когда туда попадаешь, кажется, что ты попал на сценические подмостки, но так оно и есть, поэтому там и снималось такое большое количество фильмов. Город Тарагона, про который мы говорили, сохранил свой римский облик очень хорошо. Город Лерида, столица еще одной из каталонских провинций, единственная провинция, которая не имеет выхода к морю, но при этом обладающая большой территорией Пиренейских гор, имеет ярко выраженный средневековый дух. Там находится крепость тамплиеров, здесь проходит до сих пор каждый год мавры сражаются с христианами, как это было в средние века. Город Риос, про который мы уже говорили, город, в котором находится международный аэропорт, куда летает в том числе авиакомпания «Победа» из России, родина Антони Гауди. Это город модернизма, хотя Антони Гауди здесь не оставил ни одного здания, сам его современники не захотели ничего строить из того, что предложил им Антони Гауди, тем не менее другие архитекторы-модернисты оставили здесь серьезный модернистский след. Тиаса, Манреса – это города, в которых как раз можно пройтись по индустриальным объектам, которые были построены также знаменитыми архитекторами. Или город Тортоса, столица на берегу реки Эбро. Интересно несколькими. Это город Ренессанса, поэтому в летнем месяце здесь проходит праздник Ренессанса. Но также здесь прекрасный замок тамплиеров, поэтому этому тоже нужно уделить внимание. Ну или город Вик, дух, настоящий такой дух Каталонии, в котором до сих пор витает
образ аббата Оливы, просветителя и миротворца Средневековья, и в котором, как я уже сказала, работает один из старейших рынков Испании и старейший рынок Каталонии. Город Монбланк, который находится в провинции Тарагона, в нем, по мнению каталонцев, как раз и произошла легенда о святом Георгии, именно монбланскую принцессу, святой Георгий спас от дракона, и именно поэтому 23 апреля, в самый главный каталонский праздник, День святого Георгия, который еще называют День розы и книги, или День всех миллионных каталонских, воссоздают жители города эту прекрасную романтическую легенду. Ну, или город Вилафранка дель Пенедес, столица винодельческого региона, город с самой известной командой костельеров, которая уже более 20 раз выиграла соревнования среди других таких же смелых каталонцев. Это тоже города с характером. Еще одно из таких отделений, которые мы предлагаем для туристов, сейчас все больше и больше люди стремятся уйти от больших городов и уехать в деревню, тем более, что в Каталонии деревушек очень много, и они прекрасно сохранили свой облик первоначальный, не испорченный какими-то современными строениями. Вот мы поэтому решили их выделить как городки с очарованием. Это небольшие поселения до 2500 жителей, поэтому городками, в принципе, по российским нормам их даже нельзя называть деревушки. Но у них очень яркое, характерное лицо. Ну вот на фотографии вы видите самую фотогеничную деревушку всей Испании. Это городок Сюрана, находится в регионе Приорат, это винодельческий регион, с самыми изысканными винами Испании, самыми дорогими, причем винами Испании. Ну и пейзажи вы видите завораживающий дух, да плюс там еще и интересная легенда. Но кроме этого города, вот вы видите перечень только некоторых из них. Самая главная отличительная характеристика, что здесь всегда будет исторический центр, будет красивые, гарантированно красивые фотографии, причем в любое время года. И незабываемые впечатления, тем более, что всегда работают какие-то маленькие ресторанчики. Часто бывают сувенирные лавочки, ну, если это не совсем-совсем маленький городок. И туда приехать и провести несколько часов, может быть, даже и полный день, всегда большое удовольствие. Ну и еще одна сертификация именно по городскому признаку, это рыбацкие поселки. Это тоже основа культуры каталонцев. Каталонцы всегда жили возле моря. В средние века это была огромная средиземноморская государство, которое расселялось вплоть до Афин, через Корсику, Сардинию, Сицилию, Балиарские острова, Валенсию, Прованс, так что все это когда-то было каталонским, но сейчас все сократилось до небольшой территории, но тем не менее здесь масса красивых городков, которые можно посмотреть, можно посетить, можно совместить отдых у моря, причем я опять напоминаю, что зимой очень комфортные температуры, только что купаться нельзя, но выйти в море на лодках, пообедать в ресторанчиках на открытом воздухе, прекрасной морской кухне можно круглый год. На экране изображен городок Калея де Палафружель, родина традиции пения песен хабанера, как то, что мы называем хабанера, абанерос называется по-испански, по-каталонски, песни моряков, которые шли сражаться на Кубу. Именно здесь проходят, правда, в летнее время концерты моряков вот прямо на берегу моря. Но, тем не менее, городок остается прекрасным даже круглый год и очень-очень фотогеничным, как и все остальные. Сиджес, город, который расположен совсем близко от Барселоны и где жизнь не замирает даже в зимние, простите, месяцы. Здесь проходит и фестиваль фильмов
ужасов и фильмов фэнтези в ноябре месяце, которые пользуются большим успехом во всей Европе. Ну и где просто всегда можно встретить на длиннющей набережной кучу прогуливающихся, довольных жизнью каталонцев. Это и Кадакес, любимый город Сальвадора Дали, где он как раз повстречал свою возлюбленную музу, или Касас-даль-Канар, находящийся в дельте реки Эбро, и много-много. Тоса-де-Мар, конечно, которая вдохновила Марка Шагала и многих других художников середины 1 и 3 20 века на создание шедевров, и много-много других. Ну и я завершаю эту свою презентацию. Хочу вам посоветовать зайти на еще один сайт experiencecatalonia.com. Это официальный онлайн-магазин уникальных ощущений в Каталонии. Даже если вы не хотите покупать никакие эти ощущения, то, по крайней мере, здесь можно получить информацию о всех тех необычных экскурсиях и необычных возможностях проведения досуга в Каталонии. Кадр городочков с очарованием. Сейчас верну. На этом сайте можно просто подзарядиться новыми идеями, которые вы можете посоветовать вашим туристам. Сейчас я покажу последний слайд с нашими сайтами, с нашей почтой. Представительство общества туризма Каталонии в Москве в этом году отмечает свое 25-летие. Мы работаем здесь уже очень давно. Все сотрудники представительства прекрасно знают направление, поэтому не стесняйтесь, пишите нам на электронную почту, задавайте вопросы по любым некоммерческим вопросам, спрашивайте все о Каталонии, мы всегда будем рады посоветовать и вам, и вашим туристам, как провести незабываемый отдых в Каталонии, как найти в Каталонии то, что будет по душе вашим туристам. Пожалуйста, не отключайтесь, у нас через буквально 2 минуты сейчас для технического переключения начнется следующая презентация, посвященная горнолыжному отдыху в Каталонии, то, о чем наверняка не все еще знают, но я надеюсь, что заинтересует вас после прослушивания семинара. И дальше у нас еще будет еще 2 выступления по Каталонии, поэтому весь день мы говорим сегодня на выставке ОТМ о Каталонии. Пожалуйста, будьте с нами, оставайтесь. Спасибо огромное за внимание.